Что вы можете сделать самостоятельную очистку телефона в пару кликов. Это очень классная скрытая функция, о которой практически никто не знает. Вам просто нужно зайти в пункт «Безопасность». Здесь, смотрите, просто вот так вот запустить проверку, она очистит вашу память. Но чтобы такого не было, вам можно в правом верхнем углу нажать вот эту вот шестеренку, и здесь у вас будет пункт, который называется «Очистка». Вот смотрите, заходим в очистку. И здесь нам нужно включить напоминание об очистке, размер мусора. Давайте поставим до 100 мегабайт. И расписание проверки каждый день, к примеру. И все, у вас будет автоматически также проверяться память. Включите, у вас автоматически будет все телефон сам чистить. Это очень классный способ, который вам позволит делать вот такую вот очистку. Точно так же есть здесь глубокая очистка, где вы можете тоже удалять. Смотрите, видео огромное. И можете увидеть, какая нужна вам очистка. И вот этот вот функцией мало кто пользуется, но действительно, поверьте, очень классная настройка. Пользуйтесь безопасностью и очищайте память.